Почти всю жизнь я занимался тем и только тем, что мне интересно. То есть все, что, чем я занимался, я держу в какой-то своей памяти. И потом это все начинает друг на друга работать. Не сразу, но все это как-то помогает. Помогает в гораздо большей степени, чем мешает. А мешает только в том смысле, что от этого не прибавляется, к сожалению, часов в сутках. Например, все мои исторические сюжеты начались с того, чем я занимался профессионально как географ. И занявшись там в 80-е годы проблематикой миграций, да, я как-то довольно быстро понял, что без учета миграций принудительных не понять общую картину миграции в Советском Союзе, ну и в России в 20 веке.